Всем привет. Полгодика назад он был у меня в работе и успешно поработал. Сейчас вроде бы решили устранить перегревы, так как в рековой стойке он, когда работает, он все-таки очень сильно греется. Я думаю, что надо добавить сюда систему охлаждения. Померил основные режимы, все в порядке, но на круглосуточную работу все-таки здесь очень горячо. У меня сейчас здесь в комнате 20 градусов, и он уже такой прилично горяченький. Хотя поработал всего полчасика. А что же будет за 10 часов? Особенно, если это будет интенсивная работа при записи. Поэтому сейчас подумаем об охлаждении. Так как задача глобального охлаждения у меня не стояла, а понизить температуру и исключить застой тут горячего воздуха в горячих точках. То есть я вентилятор расположил на расстоянии от решетки, так как для меня было важнее уровень шума в стойке. Так он шумит несколько раз тише. Вот, я и так его запитал пониженным напряжением сейчас. У него где-то 17 вольт подается. Вот сейчас я его включу. Он будет выдавать тепло. Здесь довольно ощутимый поток. Вот видно по ниточке от силикона. Я думаю, жизнь намного облегчится у этого прибора. Думаю, на этом все. Всем пока.